А, Дим, что делать? Дим, как выйти отсюда, Дима? Я встаю, и что, куда? Нет, пушки получше. Лезь сюда. Нет! Я не понимаю, куда ты хочешь? Что делать? Я упал. Куда бы я ни хотел. Я упал. Они в том же месте, Застряли. Какой нахрен тан? Он в танке. Какой нахрен тан? Чё? Мочи давай. Задницу, я пошел. Ты никуда не пойдешь. Нет. Стреляй по танку. Давай. Зигзагами бегает только когда нет. Я не хочу умирать. Не попади уже, но это же не хрен, я ничего не вижу. Я не видел. Дим, как ты, блин, нахрен? Я не могу. Вообще, по правилам, если вы читали, то по людям стрелять нельзя. Надо стрелять. А, даже так? Да. А так мы стреляли по ним. Не падало ничего. Давай. Не-не, он набрал. Да. Полетел. А его типа нельзя трогать или что? Да, мне как херануло в сторону. Погоди, рано. Ты куда? Я случайно. Что ты делаешь? Я сейчас упаду. Нет. О! Тебе повезло, что ты не был. Да, посмотри наверх. Вот просто смотри на меня и наблюдай, что я делаю. Машину стреляй. А, твою мать! Я был в секунде от самоубийства. Сейчас. Я уже встал на край, хотел прыгнуть от глупости напарника, и он победил. Это надо видеть. Давай сейчас. Я просто с первого ряда это посмотрел. Это вообще произошло. А, боже. Ты даже прошел электрическую эту херню. Дим, падает. Я жив. Как он выжил-то? Ля-ляшки. Скатился смотреть. Надо было так сделать. Дима, балки. Ты чё? Они даже не доезжали до тебя, ты зачем? А мы должны, типа, в кольцо попасть, наверное, гранатой. Так нам надо понять, где они стоят, короче, и туда в кольцо гранату кинуть, и они взорвутся тогда. Брюс, убил. Убил. Дима, как ты? Ты достанешь? Да, просто. Запрыгнул туда прыжком, и чё? Все плохо, я упал, Дим. Летит! Я и попадаем в голову, как... Нормально. Я взорвала, да ладно. Серьезно? Молодец. Ага, офигеть. И что, еще раз по спирали? Я еще раз по спирали. Я не могу подняться. Я когда начинаю это делать, у меня падает с мотоцикла. Так это как там надо было выехать, я вообще не понимаю. Ну, типа прыжком туда как, я не знаю. Опа! Получилось! А ты наверху? Да, получилось. Ни хрена себе. Такая, говорит, не ой, мотоциклы. Мой это вот еще вот на этой трассе ездить. Выключи мотоцикл, я не смогу. Взяла как-то, сделала это. У вас это хотя бы едет. Я смог тоже. А ты как это сделала? Ребят, скиньте квадрик. Мам, скинь квадрик с окна. О, круг второй из двух. Тут, короче, тут еще раз нужно это все проехать просто. Как сигон картоп. Нормальная гонка так-то, знаешь, нормальная. И сейчас пишет опять, короче, Артур тоже покончил с собой. Да, нормальная это гонка. Полчаса нормально, да, нравится? Да. Это тоже нравится. Тур. Да. Как спираль. Что такое? Как первый, и заявляю, что на этой гонке нет вторых и третьих, только первых. Вот так вот. Впервые, Артур. А мы ее жалеем. Я. Смешно упало. Так, а как стрелять? Ну, не упал. Или не надо стрелять? Я не знаю. Надо стрелять. Ты дурачок, что ли, совсем? Без шасси. Ой-ой-ой-ой-ой. Дай в хвост, Артур, постреляй. Бум просто на... Ай-яй-яй-яй. Я взорвалась об это. Об столбик. Я посадил самолет, и я даже слез с него. Но он почему-то взорвался. Да блин, на самом деле это все это столб. Если бы не было столба, я бы дальше... Ну да. Столб сам выскочил на дорогу. Столба бы не было. Аккуратно столбы выскакивают. Раз. Ты серьезно? Да. А, блин. Бэм! Ты упала? Нет, я смотрела на Артура, стреляла в него, и в меня Джек летел. У меня неполадки со взлетом, Дима.
это было легко. Что было сейчас? Да блю, как сложно. Давай, у тебя все надежды, ты должна сейчас их просто двоих. Да, сейчас. На пропеллер одного накручиваешь, на другой пропеллер другого. Да, 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 ты видишь, как я летаю? Вот так, да, вот примерно. Вот так. Вот так. Вот я примерно... Я примерно об этом и говорил. Кадр заметил, Артур? Как я хоть какие-то очки вообще получаю? Я взрываю сама себя и убиваюсь. Выиграла гонку и до этого тоже гонку, где ты не последний приезжал. А, ну вторая, да. А почему? Я нормально во втором первая, а я одна на втором ряду стою. Какого хрена? Это потому что вот так вот, да. Вообще без справедливости мира GTA. Давай, давай, полицейский разворот им делай, потому что они мужланы. Не надо бортоваться только тот. Тихо, ой, тихо, господи, тихо, что тихо. Это такое? Что тут такое опять? До свидания. Я думал, хотя бы нормальная гонка будет, какого хрена. О, проехала чекпоинт, нормально? Дима, я ничего не понял. Я не доехал из-за тебя до чекпоинта, ты чего? Я, блин, 5 минут ехал. Ну я, между прочим, тоже. А, да, и потом назад, типа, и в обратную сторону разворачиваемся. То есть по ней, короче, два раза надо проехать. Сначала в одну сторону, а потом в другую. А я, типа, не в ту сторону, пишут, еду. Мне тоже, ну давай ехать, типа, пофиг. А серьезно? Я еду. Ну раз уж начали, давай. Не-не-не, это правильно, просто чекпоинт на другом конце. Это норма. Сто раз я просто въеду. Эй! Эй! Это что был за полет Black Silver? Эй! Полет Black Silver. Да, вообще, не шмеля. Прям в лоб ко мне столкнулся. Вот почему она длинная. Да, Артур! Артур! Что ты? Я так долго забиралась! Я же врежемся, Тим. Но я же мысли не едет. Я не видел, говорит. Сделать. Артур, Артур, не врешься, пожалуйста, Артур, я тебя очень прошу, Артур. Ева, твою мать! Да он идет там сверху, но он, короче... Его поток воздуха меня сбил! Да, и меня тоже. Поток воздуха! Ниже едь, пожалуйста. Все хорошо, умница. Нет! Ну это потому, что его поток воздуха меня туда унес. Да какой поток воздуха? Да все, эти потоки воздуха ваши вообще просто задохнуться от вас можно. Ниже едь! Эй, ты куда? Да, это она сама, я ничего, я реально, я жму направо, она разворачивает задними колесами вверх. Я жму налево, она передними туда выскакивает. То есть, ну как бы, блин, ее вот выносит уже на этой точке, раз в десятый, наверное. Аж в жар от ваших карт, блин, кинуло, все, пипец. Температура, наверное, 39 уже. Горит прям пукан. Сейчас будет еще. Опять гонка. Вот посмотрите карту, да? Ночью, бляха, муха, не очень удобно. О, давайте я ночью крушу, ночью классно. Под водой машина, ой. Надо говорить, что не будет напеть. О, ничего себе, ты полетела. Рук я уже не... А знаешь почему? Потому что я не вижу в темноте. Как можно заехать на эту боковую сраную стену? Я не понимаю, просто. Об левый контейнер врезался. Да хоть об десятый и об крайний контейнер. Оно разворачивается и взрывается. Это все, что делает эта вонючая машина. Бля! Что делать? Здравствуй. Я лежу тут. Я не проехал опять, я опять четырнул. Ты гад вообще. Я тебе официально заявляю, как ты это делаешь? Я бы вам сказал, но вы же меня побьете. Вот. Джек, а давай сделаем вид, что мы понимаем их шутки. А я первый раз. Джек, как ты проехал? А, вот в эту щель заезжаешь, короче, и контрольная точка засчитывается. Ты меня сталкивал вообще, ты понимаешь, скотина? Я тебе помог, между прочим. Если бы не я, ты бы там вот с ними. В смысле? Лежал бы там. В смысле с ними? Нормально, да? Началось такое. Ага. Такой, короче, в отстойники нас закинул. Типа вот с этими вон там отбросами. Вон там вот с этим, вот. Пытался бы там что-то сделать. Ну я бы с вами был бы на втором кругу, но все равно. Это реально всех. Ну от первого лица легко. Я поехал от первого лица. Я вообще там охренел, когда вставил первое лицо на прошлой трассе. Когда вставил первое лицо? Да. Первое лицо. Что-то мне не нравится в этой трассе. Не могу понять, что. Я так радовался, отдыхал на самом деле первые минуты где-то. Все. Я просто летаю. Кому-то еще нужно проехать. Да никому, никто не проедет, а не трасса. Ты сумасшедший псих. Я проеду. Как Джокер, ты мучаешь нас. Мне кажется, мне тут сломало ребра. Зачем ты улетаешь вверх, Джек? Боже, скажите, там где-нибудь конец есть? Потому что не получается не улетать вверх, потому что машина не управляется. А я думал, ты сам хочешь. Боже. Вот как вот этот проект? Скажи мне, Дим, пожалуйста. Вот я сломал уже пару ребер.
Я не знаю. Уже я чувствую, кровоточит что-то тут. Привет. У меня в голове. Так, подожди, ты сломала пару ребер, да? Но кровоточит. Да. Ну, видимо, не только ребра я обошлась. Там только чекпоинт высоко. Почти, Артур, только Артур уже рядом с собой. Артур покончил с собой, понимаешь, к этому сказал Артур почти. Он покончил с собой. Там чекпоинт просто наверху был, а он вниз полетел вообще. Следующее описание, следующий полосы. 16-ричная спираль, которая плавно переходит в океан. Ну я примерно такие искал, да. О, наконец, смотри, Блейк лидировал. Он финишировал, он проехал. Я знаю. Да. У меня просто глаз дергался, простите, я не мог по-другому. Все, молодец. Не, ну все, я кидаю джойстик. Он немножко запалился, он начал говорить, вот это было сейчас легко, вот это я такой, бля, ну я проехал. Но не стал проверять. Я кидаю геймпад, и все. Я больше не буду брать его в руки. И на следующей карте я даже не притронусь к нему. Вот буду сидеть и ждать. Да ладно, вот эти все гоночки до спирали, это вообще начхать на самом деле. Можно ехать сколько угодно. Такая спокойная. Пока не начнется спиралечка. Тупой чекпоинт вообще. Нет, ребят, нет, не совсем. Оно где-то наверху. Да? Интересно. Мне кажется, тут был въезд на эту. А, вон стрелка же налево, смотри. Стрелка налево. А, это стрелка? Я думал, это куча каких-то палаток вонючих. О, блин. Не в ту сторону. А, ну вот, да, подъем. О, началось. Ну я хотя бы на первое место вышел. Спасибо за это. Хотя нет, еще не вышел, если Артур финиширует. Серьезно, мне просто не хватило скорости, блять, скорости, собака. Надо было, наверное, два круга ставить, да? Я буду за Артуром следить. Я пишу в полицию, что нас держат в заложниках. Пусть они приедут, с нами соберут. Осталось всё. Чуть-чуть, несколько Дим, карт. Я тебе сейчас матом скажу, хочешь? Я могу. Я уже приготовила фразы, чуть-чуть, прям вот там, уже. Три или четыре карты. Мочи давай. Сойти с ума. Дим, тебе нужно подождать. Сзади тебя едет одна бешеная. Почему я прыгнул вверх и падаю вниз? Ёб твою мать. Как ты проехала? Я так проехала еще никак. Где финиш? Я не знаю. Здесь мы все здесь будем ездить кругами, пока не застали. Может, этой карты тупо нет? Это как, помните, видеокассеты, которые на самом деле не было? Но ее смотрели, короче, люди умирали. Вот у нас такое же, наверное. Очевидно уже, судя по тому, какие гонки мы проходим.